Ahí las mantas. Ahí están las mantas. Кстати, они очень хорошо стираются. Это не вот этот, для кота этот маленький, вот такой. Павролинада, мадам? Да, это все тоже. Щелковая, иранский, каврея, дешевесная. Если вот эти, пошли эти можно как салфетки использовать, да, тоже подарочек, почему нет. Или на сыночниках. И тем более, отлично, пожалуйста, по-разному цена. Дорогой бизнес. Смотрите, вот даже вот 5 штук, это вообще ничего не есть. Ну, это опять же, если вам надо. Да вот. Уже магнитики надоели, наверное, совсем.
Кто-то, может, видел, кто-то еще нет. Но рассказать вам, может быть, видели, но не знаете, что это и как это делать. Присядьте. Кстати, на местных жителей, да, вот дворцы себя выстраивают, и обратите внимание на ворота. Жаль, тут закрыто, такие как золотые крылья красивые. То есть будет мазанка с оконными кондиционерами, но ворота будут красивые. Это лицо хозяина, поэтому с медным тиснением, с позолота, деревянные, даже если вы ворота видите, это дорогие ворота, потому как тиковое дерево привозят из Индии, да, вот, и инкрустируют там сурами из Корана. То есть это своего рода и оберег в том числе. Да, вот. Они живут здесь, справа у нас фермы, огромные фермы. Кстати, тоже вот так вот, видите, они вроде как вот этот район с элитными строениями, где живут местные жители напротив парусника, там только местные жители живут. Вы пройдитесь так вот, да, шикарные красивые дома, и принюхайтесь, барашками-то пахнет, это нормально. Вот, и даже шейхи, вот шейховские улицы там, да, вот есть, смотришь, да, курочки бегают, да, там верблюди где-то, то есть не так давно они вышли с пустыни, и мало ли как времена повернутся, надо быть готовым ко всему, да. Ну, Индийский океан, смотрите, да, вот даже цвет другой, да. Кстати, вот видите, в тумане такой, вот это оманская территория, да, как я говорил, вот здесь иной раз приходят смс-ки почему-то на компанию ДУ, на эти салаты не приходят. Вот, обогнув вот эту часть полуострова Мусанда, можно попасть в Армузский пролив и снова в Персидский залив. То есть можно по морю и по суше вот так. Ну, смотри, да, цвет даже другой воды. Ну и потом уже, как шли, да, вот и сюда они так пытались тут тоже навязать свое присутствие, но что-то не задержались. Дальше голландцы пытались задержаться здесь, но вот удалось это только англичанам. Уровни, да, это Эмираты Аджману, Малькувейн, Рассельхайма и Фуджейра. Согласитесь, все-таки им надо подтянуться по более. Но в то же время это были полноводные рейки. Сейчас вот их используют, и вот посредством этих каньонов можно добираться до своего жилья, которое, видите, вот где расположено. Это, ну, как жилье тут 30-летнее. Вот эти местные тоже люди. Смотрите, живут здесь уже, есть что. Вон, солнечные батареи, антенна есть, все есть. Видите, тут вода немного поднимается, да, не сильно поднимается. Когда идут дожди, вода с гор устремляется, и сантиметров 20-25 речечка течет. Да, недолго, понятное дело, дождь закончился, через два дня тут все высохло опять. Но есть места, где горы повыше. Брали. Ну, наступают, но вот есть территория для семейного отдыха, да, то есть детские, такие дикие места, где буквально, вот, вы видели, уже дрова продаются, да, вот, буквально через месяц, вот тут палаток понастраивают, вот этих бедуинских, вот эти коричневые палатки, которые, да, вот шерсти, вот верблюда там перемешивают с волокнами пальмы делали, да, вот, и, соответственно, они приезжают на выходные дни, на праздники, вот отдыхать именно здесь. Just on the inside, the most important.